Все, кто приняли смертный бой, все землю украли, только грустно я долго листи. Эй, эй! Эй! Эй, бала! Что ты творишь? Я вот сейчас милицию позвоню, маленький шайтан! Чего стоите? Раскудрить вашу через коромысло! Бегите! Звоните в дверь хозяевам! Скажите, у них пожар! Цыц! Перечитал свою рукопись, и стало неудобно. Впечатление такое, как будто я сам превозношу себя и свои подвиги на войне. В действительности все не так. Я просто пытался рассказать о том, как завоевывались победы, о наших славных боевых делах. А в общем-то я пишу. И мне кажется, все это прошлое, особенно на фронте, происходило не со мной, а с другим человеком. Так все это было невероятно и сложно. Вот ваша палка, Агай. Спасибо, что ничего не сказали про меня. Я тебе покажу спасибо. Ты думал, я тебя покрывать буду? Ой, ой, ай-яй-яй. Что ты? Что ты здесь ходишь? Ты должен просить прощения у Зины. Иди, признайся во всем, маленький трус. Иначе я выйду и накостыляю тебе как следует. Ешьте, птицы мои небесные. Коля, Степа, Миша, Василий.
Прости, Коля. Воздух под нами горел одинаково. Но я вот покуда на земле еще. Не хватает вас мне, соколы. Степа, Коля, Миша, Вася. Твоя девушка больна, на вечеринку один. Когда твоя девушка больна, я хочу от тебя сына, я хочу от тебя дочку, и дочка, о Боже, какой. Положи на место. Да что, ага. Я сказал, положи. Быстро. Все нормально. Какие проблемы? Вот. Вот, все. Сдаюсь. Ты любишь ее? Я... Я спрашиваю тебя, ты ее любишь? Ну, да, люблю. Тогда бери, если любишь. Ну что, ага, у меня деньги есть, я сам куплю потом. Я сказал, бери. Спасибо. Писатели в один голос советовали мне: начинай свою книгу обязательно с самого захватывающего эпизода твоей военной истории. Только так можно увлечь читателя и вызвать его интерес. По-своему, они, наверное, правы. Так в литературе зачастую и делается. Начинают с самого интересного. Но возникает вопрос. А что на это самое интересное? Для кого? С какой позиции? Если с позиции самого главного в жизни, то война, даже великая и победная, это все-таки не самое главное. Это лишь эпизод. Большой, значительный, но только лишь эпизод истории жизни целого поколения. А вот сама жизнь
и есть самое главное для каждого человека. Вот и все. Что это вы? Что вы здесь делаете? В общем так, грабителей было трое. Двое зашли в квартиру, предварительно выключив свет в подъезде. Третий ждал в машине возле дома. Замок на двери открывали отмычкой. В квартиру зашли где-то в половине шестого утра. Думали, что жертва спит. Не знали, что старик по ночам пишет мемуары. Вот, столкнулись с жертвой в коридоре. Выстрелили в лицо, стреляли только один раз. Для старика это, впрочем, оказалось достаточно. Так, вопросы? Он жив? Жив. Стреляли из газового пистолета. Теперь старик плачет, не переставая. После газа глаза слезятся. А где сейчас дело? Дело возьмешь у Толгатова. Имей в виду, дело беспрецедентное. Жертва генерал. Настоящий герой войны. Шума, конечно, будет много. Еще вопросы есть? А что с ветераном? Жертва в больнице, но врачи просили пока его не беспокоить. Так что начнешь с опроса жильцов дома. Соседей опроси. Понятно? Что вы знаете об этом человеке? По-моему, он звезда прошлых лет. Или я... Ну, я точно не знаю. По-моему, он строитель. Или летчик. Я слышал, что это депутат, который хотел дать другое имя нашей стране. Вы сейчас, извините, о ком говорите? Это настоящий герой войны. Какой войны? Это была война против фашизма. И он воевал на стороне Советского Союза. Нет, нет. Не на стороне Казахстана. В Казахстане воевал. У нас, слава Аллаху, все было спокойно. Я так больше не могу. Это хлам какой-то. Они даже не знают, о ком идет речь. Никто, понимаешь, никто ни черта не знает и знать не хочет. Погоди, не горячись. Это только первый день. Дальше кастинг пойдет лучше, будут лучше персонажи. Если этого не произойдет, меняйте кастинг директора. Это не подбор актеров. Это клуб манкуртов какой-то. Хорошо, но еще рано делать выводы, понимаешь? Или тогда меняйте сценарий. Надо выводить главную роль в другой возраст. По крайней мере, актеры среднего возраста точно знают, кто их герой. И им не надо ничего объяснять с начала 41-го года. Что значит менять сценарий? Он утвержден, за него в конце концов уплачены деньги. Не менять нужно. Нужно терпение, понимаешь? Нет, я понимаю все, конечно. Извините, пожалуйста. А здесь проходят пробы на фильм про великого казахского батыра. Или я ошибаюсь? Хотя он и известный ветеран, а гости к нему не часто приезжали. Все больше один. Гулял не часто. О, сверху с балкона любил на других смотреть. А когда вы в последний раз видели, чтобы он выходил на улицу гулять? Да на майские праздники выходил. Так ничего необычного. Час-другой его не было. А обычно он в парк ходил голубей кормить. А одежда какая на нем была? Да самая обычная. Светлая рубашка и темные брюки. А военный китель он одевал когда-нибудь? Ну, конечно. По военным праздникам. День Победы, к примеру. О, на начало войны надевал обязательно китель свой генеральский. Ой, знаете, такой красивый, с золочеными звездочками. Угу. А награды? Были на нем какие-нибудь? О, наград было столько. Ой, у него весь китель в орденах. Пальцем ткнуть некуда. Вот сколько у него наград за войну было. Никого не беспокоил в последнее время? Может, наоборот, кто-то беспокоил его?
Да, вроде нет. Да у нас во дворе спокойно друг к другу относятся, доброжелательно, такие обходительные, очень добрые, просто не люди золота. Единственное, на днях он свой костыль в подушке моей кинул. Что, извините? Соседи подушки подожгли, но он в них костыли кинул. Не поняла, как это? Картинка у нас получается следующая. После того, как пострадавший упал, один из преступников направился к нему в комнату. Перерыл все шкафы с одеждой. Точно знали, что искали. Второй все время стоял над стариком, держал его на прицеле. Чтоб не кричал и не дергался. Перерыли все шкафы. Но, что интересно, не искали ни заначек, ни денег, ни фамильных драгоценностей. Ну, как часто бывает у стариков. Интересно, что же они искали? Есть предположение? Ну, пока нет, но я думаю, что нужно опросить родственников. Возможно, они как-то и прольют свет на это дело. Ну, что могло быть в шкафу у пожилого человека? Это мемуары. Он их писал, когда к нему пришли. Прочесть не успел, но думаю, что о войне. Товарищ полковник, разрешите? Давай. Только сильно не зачитывайся. Думаю, что война к этому делу не имеет отношения. Господин полковник, родственница потерпевшего поговорить хотела. Давай. Здравствуйте. Проходите, присаживайтесь, пожалуйста. Вот вы-то как раз нам можете быть очень полезны. Извините, вас как зовут? Родился я отнюдь не в каком-то там роддоме, в окружении врачей и акушерок. Даже не в доме с повивальной бабкой. Произвела меня мать на свет Божий в высокой двухколесной арбе, запряженной верблюдом. В общем, родился я в обычной кочевке. Алтынай! Да, товарищ полковник. Ты вот послушай, это очень важно. Продолжайте, пожалуйста. Вы знаете, они унесли самое ценное. Но это невозможно оценить материально. В этом вся его жизнь, ее смысл. Но это ужасно. Шкаф пуст. Здесь должен был висеть его китель, а на нем ордена и медали, которые он получил на войне. Ну, если их нет, значит, произошло самое ужасное. Они украли его жизнь. Вы успокойтесь, пожалуйста. Да. А какие еще награды у него были? Вы знаете, я в этом плохо разбираюсь, но одно точно могу сказать. Самой важной была звезда. Звезда Героя Советского Союза. Это, понимаете, не каждый мог заслужить в таком юном возрасте. Ему ведь чуть больше 19 было, когда он ушел на войну. И, понимаете, никто в этой стране, никто из летчиков-казахов, да что казахов, вообще мало кто удостоился такой чести получить сразу звезду героя. Возьмите, пожалуйста. Ну, что думаешь? Соседка говорит, он выходил иногда на улицу в своем военном кителе. Думаю, тогда его и засветили.
Ну вот вам и мотив. Звезда героя на черном рынке стоит 30-35 тонн зелени. Да. Ничего не свято на базаре. Все продается, все покупается. Печально это. Товарищ полковник, разрешите рукопись забрать? Зачем? Ну, думаю, что война все-таки имеет к этому отношение. В общем, родился я в обычной кочевке, которую по необходимости казахского образа жизни мои родичи, как и большинство казахов-скотоводов, совершали по степи от одного пастбища к другому. Только кочевка-то была вызвана другой причиной, событиями, которые как раз могли помешать мне родиться. Ты должен идти за мной. Ты не смеешь мне отказывать. Байке, что хочешь, сделаю. Но этого не проси. Рахия не переживет. Рахия женщина. Прикажи ей, и она сделает так, как надо. Не артачься, Атабек. Если ты не погонишь скотину, ее всю заберут. Байке, давай дождемся срока. Пусть все разрешится здесь, дома, не в пути. Не будем рисковать жизнью ребенка и матери. Если останешься здесь, рискуешь еще больше. В степь придут большевики. Всю скотину заберут. С чем останетесь? На что будете жить? Слишком много скота для такого перехода. Может быть, хотя бы частями? Нет. Сразу и все. Их же тысячи. Ты лучший пастух. Жена женой. Но скотину надо спасать. Это и твое будущее тоже. Осталось немного. Она на 9-м месяце. Не возражай. Слушай внимательно. Погонишь скот через неделю после того, как уеду я. Разобьешь кочевье у подножья Алатау. Там оставишь все стадо. Дальше пойдешь один. Я буду ждать тебя в городе на базаре. Я не знаю города. Атабек, все знают, где базар. Спросишь любого, я буду ждать тебя там. Продадим скот, и я заберу тебя и Рахию в Китай. Понятно? Кочевка была немалой, только скота Баягалибая в ней шло до 15 тысяч голов, в том числе более 1000 коней. Мать беременная до последнего момента ехала верхом на верблюде. Только когда подошли роды, ее перенесли в двухколесную арбу,
Тут она и родила меня под открытым небом. Случилось это на второй или третий день кочевки, совсем недалеко от нашего аула. Потом все пошло кувырком. Не так, как задумал Байқасымбай. Сам он, видимо, бежал, не дождавшись нас. Скот недалеко от города у нас отобрали, конфисковали, оставив буквально ни с чем. Привет! Заводи давай. Скотина пригнали, а хозяина нет. Не знаем, что теперь делать. Что значит нет хозяина? Такого быть не должно. Печатай. Я, командующий округом, принял 13 тысяч голов овец, 540 голов коней и крупно-рогатого скота. У пастухов Атабека и Балтабека. Захваченный ими у бая Касымбая. И подпись. Комендант Михаил Островский. Что значит нету хозяина? Не должно быть такого. Где их подобрали? Нет, они, конечно, хороши по-своему. Вот этот вот, прямо Паттинсон. А это бибер, только азиатский. А вот про этого я ничего сказать не могу. Пусть о нем говорит полиция. Слушайте, меня интересует принципиально другой типаж. Типаж скромного провинциального паренька. Понимаете? Вы же читали сценарий. Речь идет о сыне пастуха. Вы можете себе представить сына пастуха? Да, теоретически могу. Но где сейчас найти хотя бы отпечаток скромности у 20-летних? Знаете что, не оправдывайтесь. Они все сейчас лидеры, все на пути к успеху. Сейчас скромность – это недостаток, скорее даже порок. Ищите среди студентов новые, свежие лица. Пойдите в детские юношеские театры. Там, где меньше опломба. Где актеры ближе к детям. А значит, чище. Я повторюсь. Наша история о маленьком человеке, который родился и вырос в казахской степи. И взмыл в небо в буквальном смысле этого понятия.
Он стал лучшим военным летчиком. Немцы, понимаешь, академии заканчивали, чтобы стать асами. А этот аульский паренек громил их, невзирая на все регалии. И это наш паренек. Понимаете? Наш. Нам не нужны биберы и фочинери. Летающие пауки просто не нужны. Понимаете? Он должен быть нашим. Коренным. Хорошо, я поняла. Слушай, не сочти за наглость с моей стороны, но кажется, у меня есть человек, подходящий на эту роль. Неужели? Что же ты молчал? Как-то неудобно было, понимаешь? Ты его знаешь. И кто это? Ну, он студент. Как раз скоро прилетает из Лондона на каникулы. Из Лондона? Угу. Ты, наверное, издеваешься. Не подумай только, что я давлю на тебя как продюсер. Внешность у него, может, не очень похожа, но зато какой он скромный. Дальше лучше не продолжай. Да, ты прав, это мой племянник. А что тут такого? Я ж помочь хочу. И денег ему платить не надо, понимаешь? Ай. Ну, нет так нет. Дедушка, вы извините меня. Я понимаю, что момент не самый подходящий, но нам с вами все-таки нужно поговорить. Это важно для следствия. Очень важно. Давай, Айналай, спрашивай. Как выглядели грабители? Я понимаю, что было темно, но все-таки попытайтесь вспомнить, сколько их было, сколько лет. Первый выше ростом был. Я на него смотрел снизу вверх. Второй поменьше. Как я, примерно. Когда они стреляли, ослепили сильно газом. До сих пор глаза болят. А они говорили что-нибудь? Может быть, что-то характерное в голосе было или особенное? Нет, дочка. Они все молча делали. И расстреливали меня молча. И молча память мою выносили. Всю до последней медали. Белеет снег. Белеет лед, здесь Южный полюс, Антарктида. Среди снегов идет, бредет пингвин задумчивого вида. Белеет снег, белеет лед, здесь Южный полюс, Антарктида. Среди снегов идет, бредет пингвин задумчивого вида. Вопросы важные ему все время не дают покоя. Я не летаю. Почему? Ведь я же птица. Что такое? Присел он грустно на снегу. Пингвина мысли одолели. Нырять и плавать я могу. Да что ж. Я рыба в самом деле? И кто ответит мне, друзья, на эти сложные вопросы? Живу на самом юге я. Так где бананы? Где кокосы?
Короче, на этом все. Ты завтра получишь свой расчет, и мы с тобой прощаемся. А больше к детям. Слышишь, я тебе говорю, больше к детям ни ногой. Маке, никто же не пострадал. Наоборот, весело было. Зачем так сразу? Во-первых, ты опоздал. Сегодня у нас премьера. Это не просто представление, это премьера. А для тебя премьера ничего не значит. Ну послушайте, ну я же здесь ни при чем. Костюму не пришили голову. Не мог же я выйти без головы. Да ты уже давно без головы. Съел банан ребенка. Короче, ты иди устраивайся в лунопарк, и там будешь пугать детей. Здесь тебе не комната страха, здесь театр. Маке. Что, Маке? Что, Маке? Все? Финита ля комедия. Тоже мне пингвин задумчивого вида. Этот, значит, говоришь? Как-то он несерьезно выглядит. Ну, почему? Очень даже провинциальный, обаятельный, скромный. Ну и с большим потенциалом. Да и потом вы сами говорили, чем ближе к детям, тем актер чище и без апломба. А он как раз с детского театра. Смотрите, как похож на героя. Ну хорошо, хорошо, пригласите его. Давайте посмотрим. Похож. Похож. Очень похож.